Самое большое количество разочарований мне принесли кремы для рук. Я столько перепробовала и ничего не помогало. Мне не хватало увлажнения. А с годами появилось еще новое требование. Кожа рук должна омолаживаться. Руки и шея – это чертовы предатели, которые выдают наш возраст. И сегодня все, что я вам покажу, все выстрадано, выбрано тщательно и дает реальный результат. И по моим рукам это заметно. Вы часто делаете им комплимент. И сегодня не просто уход за руками, а омолаживающий уход. Каждый из кремов содержит какой-то активный антивозрастной компонент. Вам нужно лишь выбрать крем, свой крем по текстуре и по финишу, потому что они все разные. Улитка. Собственно, первый раз заметили эффект от улиточной слизи на руках у женщин, собирающих виноградную улитку для ресторанов. Удивительно молодо выглядели у них руки. И с этого началось триумфальное шествие муцина-улитки по планете. Вот этот копеечный от FarmStay сразу после нанесения ручки делает красивыми. И со временем вы увидите, что кожа стала светлее, пигментация стала еле заметной. При этом крем не жирный. Нанесли и тут же можно надеть перчатки или варежки. Если же хотите ощущать больше питания и влаги на руках, то используйте этот крем как подложку, как сыворотку, а сверху нанесите свой питательный крем. Так вы получите 100% пролонгированное увлажнение. Ретинол. Также оказывает осветляющее и омолаживающее действие. Крем OK Beauty Retinil Palmitat здесь. Конечно, вы не получите обновление и натягивание кожи. Для этого нужна более активная формула ретинола. Но накопительный эффект он точно даст. Также в составе есть масло оливы. Это хорошо, это прекрасный антиоксидант, препятствует окислению, а как следствие и старению кожи. И масло ши. Последнее – это просто прекрасный и нежирный увлажнитель. Кремик удобного формата, можно носить в сумочке. Он не жирнит, позволяет пользоваться им в течение дня. Кожа не липкая, красивая. Он блестит, знаете, так благородно. Если же вам хочется прямо ощущать присутствие крема на коже, то дальше именно такие будут. Протеины сои и коллаген. Кто на меня давно подписан, тот знает про то, как работают эти компоненты. Соя прекрасно увлажняет и омолаживает кожу. По составу является аналогом человеческой плаценты. А коллаген, ну вы уже, конечно, знаете, что в определенной его форме он проникает в кожу и заполняет морщины изнутри. Коллаген и соя – это чудесная комбо, которая дает эффект увлажнения и однозначный эффект омоложения кожи. Я не преувеличиваю. Это действительно очень крутая штука. Самый чумовой крем с таким составом – это эмбриолиз. На шею и на руки каждое утро. И вы увидите, как морщины разгладились. И это тот случай, когда легкий флюидный крем работает гораздо лучше любого плотного. Продается большим объемом, с насосиком. Я вымазала до последней капли. Если бы мне не нужно было пробовать что-то новое, я бы на нем и осталась. Цена не копеечная, но если ваш бюджет позволяет, то вы не пожалеете. Также, кто живет в Европе, наверняка у вас он дешевле. Есть также на iHerb. Этот крем позиционируется как уход для лица. Он действительно универсален. Но не попадитесь вот на вот эту вот штучку. У них есть специальный крем для рук, там сои нет. Поэтому я предполагаю, что он не так будет эффективен. Хорошо работают кремы, у которых большие составы. В кремах для рук это редко встречается. Но посмотрите вот у этого J-ON, какой расширенный. Это не тележка полезностей, это целый вагон. И он уже имеет много поклонников. Большой объем, роскошная упаковка, вменяемая стоимость. Вот этот отзыв говорит о многом. Для рук понравился безумно, несмотря на зиму. При нанесении моментально убирает ощущение сухости и стянутости. Здесь коллаген, масло лаванды, мяты, центелла, протеины шелка, календула и так далее, и так далее. Два в одном, крем и масло. Это мое недавнее открытие. Вот это чудо из чудес. И между прочим, как все гениальное, на самом деле это очень просто. Крем и масло в одном флаконе. Просто зайка. Нежная, мягкая. Увлажняет великолепно. Разглаживает, держится долго, не липкий. У него есть две версии. У меня зеленая. Это бренд Start Apple. Это наш российский бренд. Позиционируется как салонный профессиональный уход. Масло ши на втором месте. Здесь есть еще масло миндаля. Есть еще такой компонент, как экстракт киви. Он обладает осветляющим действием, потому что это одна из форм кислоты фруктовой. Его, между прочим, добавляют в свои составы самые уважаемые бренды, такие, например, как Paula's Choice.
В этом конкретном креме есть парабенчики. Для тех, кто их страшится, хотя тут вопрос не такой однозначный, как кажется, возьмите желтую версию этого крема с папайей. Аналогичное действие, но состав чист, как слеза. Дозатор работает как надо. Это просто роскошные кремы. Я вам их от души рекомендую. Текстура – это нечто мое самое любимое. Настолько нежная и нежирная, встречается редко. Этот крем, как и его желтая версия, как раз вы его будете ощущать на коже. Не жирностью, но, знаете, такое напитанные такие руки. Такие увлажненные. Для моей сухой кожи это прям просто на зиму must-have-ичи. Ну, думаю, я дала вам достаточно навода. Каждый найдет что-то для себя. Напоследок же дам вам такую очень настоятельную рекомендацию. Девочки, моем посуду и полы в перчатках, никак иначе. Чистим морковку и картошку также в них. Это поможет вам сохранить руки молодыми гораздо дольше. И это не последнее мое видео об уходе за руками. Это базовый уход. Так что до скорых новых встреч. Всех целую. Пока!